Шесть рыбаков сегодня днем оторвались на льдине на Волге, в нескольких километрах от берега, в Приволжском районе Казани. Сообщение о людях, попавших в беду, поступило на пульт службы 112 в 14 часов 11 минут. К отрезанным от берега любителям подледного лова тут же направились спасатели на судне на воздушной подушке. Через полчаса все живые и невредимые, только испуганные, были доставлены на берег. Сейчас уже очень опасно. Очень опасно, да? Ну, мы далеко находились, в 3,5 километрах от берега. И льдина, она треснула не так, чтобы он вот здесь прям. Она треснула, может, 2,5 километра. Волнение очень сильное, страха как же. Была паника, да? Ну, паники, так мы старались, чтобы не паниковать. Никто не паниковал, все было нормально. Вот МЧС хорошо быстро приехал. Они сами позвонили в 112, то есть не могли вырваться, выйти на берег, где-то в районе 4 километров от берега. То есть там размыло все, и, соответственно, они позвонили в 112, и, исходя из этого, пошли дальнейшие движения. Весна уже наступила, независимо от толщины льда, все уже пора прекращать, наверное. Спасатели предупреждают, что если лед рано утром и кажется крепким, то днем солнце и плюсовая температура сильно уменьшают его прочность. Выход на него смертельно опасен.